Ну, начну с того, что моя дочка, которая ничему никогда не верила, я занималась всем, что можно. Можно попросить вас сказать, как вас звать? Сколько вам лет? Нет, секрет. Секрет, хорошо. Две семерки. Уже озвучено во всех чатах. Начну с того, что моя дочка никогда ни во что не верила, которая Света. Не верила она в Гербалайф, который я занималась, и постоянно еще иногда употребляем. И вдруг она приезжает и говорит, звонит и говорит, что вот так и так, в общем, про этот. Ну, не верила, что это моя дочка говорит об этом. Но она знает мои проблемы, что у меня 3 года назад оперировали ногу, сустав у меня. Меняли коленный. Ну, от него, естественно, там проблемы начались. Я сильно болела вообще нога. Лапу, что ли, сказать, или что-то. Ну, болела. И ходила, очень тяжело ходила. Купила палки скандинавские, которые облегчили немножечко мне так это, что осанку. Вот. Ну, в общем, Света приехали на Новый год к нам. Она привезла, рассказала, убедила все. И я начала с 2 января начала принимать. Принимала я 6 или 7 сейчас. Ну все. Вот. Начиналось, конечно, сальто, которое чистка крови. Вот. Ну и все. В общем, и стоп, потом слайд, мелс, ну, в общем, все, что нужно. Релакс, да. Первое, какие было, что когда я начала, значит, чистка крови, была тошнота. Какой-то такой был, даже головокружение у меня было. Я все это сообщала, Света, наверное, общалась с вами. Фиксировала. Да, фиксировала, говорит, так должно быть. Потом появилась какая-то легкость, но все это постепенно. И вдруг, это где-то было в феврале месяце, в один прекрасный вечер, мне вдруг стало не то, что плохо. У меня никогда не болит спина, никогда. Всегда я ее как-то всегда держала. И прямо и никогда. И вдруг у меня, в общем, ну, адская боль, вот где крестец, здесь, потом оказался дальше нерв. А когда я была на операции, то у меня такие же были симптомы, мне пришли, сделали укол, у меня все прошло, и все на этом я забыла. И вот это вот с 6:30 вечера я не могла ни лечь, ни сидеть я не могла, я только стояла. Я, в общем, звонила Свете, что мне она, ну, тот выпей. Вторая моя дочка, та, верит во все обезболивающие. Она, у тебя есть ножпа, выпей ножпа. Выпил ножпу, которая тоже, ну, не помогла. И я, в общем, до 4:30 утра я облокотилась в ванной руками на раковину, и вдруг я стоя уснула. Вот в какой-то момент я уснула. Просыпаюсь, у меня ничего не болит. Вот с тех пор, да, конечно, Света напугалась, сразу стал куда-то писать, звонить, что это, оказывается, очень много. Ты еще за это время очень много всего там уже их наела, леденцов, что было. Да. Ты говоришь, я все их уже все. Нет, ну я, ну да. Все, ну, ну все это было. Поэтому шла, не просто так прошло, ты же их это всю ночь, ну, ты, ну, такая, все, ну, так, что могла. Наружу. Да. А? Дети всегда лучше знают. А, да, потом, в общем, на этом, на коленном, я уже забыла, коленный сустав. У меня покрылся весь, вот где вот здесь, да. Колено, краснота была, ужасная краснота, и шли постоянно волны. Это у меня нога, которая там ее и ломала, и резала, что только на этой ноге не было, и у меня везде шли вот эти вот, вот волны, шли, вот чувствую, что идет вот такая вот очистка. Обострение. Да, ну нет, шло, оно уже не было, такой боли не было. Потом много лет назад, как внучка моя сказала, ты в огонь не ходишь, а бегаешь. Я бежала на остановку. У меня это было дело зимой, падает шапка, я об лед сильно ударилась. И с этой шишкой пришла на работу. Мне говорят, Львовна, идите куда, трампунка. Я никогда никуда не ходила. Это уже знают о том, что даже со сломанной ногой я неделю ходила на работу. Вот. И, в общем, эта шишка у меня, конечно, большая прошла, а это так и осталось. И, в общем, было это уже, не знаю, может, лет 25. Было точно шишка была. Потом вдруг я что-то стала, нет этой шишки. То есть рассосалась эта шишка. Ну, ну, то, что, конечно, где-то что-то болело, теперь уже, можно даже сказать, забыла. Появилась легкость, и все, я уже хожу сейчас, ну, иногда даже не замечаю о том, что у меня протезированная нога. Вот такой вот. Такие
свой результат. Да. Не то, что там хвальба или что-то, но еще вот такое вот стало. Спасибо, Елена. Спасибо. Спасибо.